Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что там очень общие условия, а потом сказали, что точки, когда есть, то не будет вот возможности такого. Сведение Гамильтона условий. Да, сведение. Вот какое из этих общих условий вас, так сказать, запрещает вот эти точки? А очень просто, смотрите, если у вас система Гамильтонова, так, то когда вы рассмотрите невырожденный уровень... Вы уже доказательства приводите. Да. А мне не доказательства, условия. Вот вы, что вы вкладываете в условия? Вы же сформулируете теорему. Условия. Нет, там... Как же, а эти точки? Нет, там есть условия глобальной секущей. А когда есть точки глобальной секущей, нет. Учебники Арнольда Кейсена, которые имеют отношение к этой тематике, написано, что нужно взять бесконечно мерную группу Лиди, феоморфизма, там, S3 или чего-нибудь, и на ней построить гамильтоновую динамику бесконечно мерную. И вот это место я не смог прочесть в этой книжке. Вы не можете в следующую лекцию объяснить, как это вот так бесконечно мерное? Ответ положительный. Здесь приезжай к нам в Нижний. Ладно. Мы... Я не весь время. Поговорим.